Здравствуйте, рады мои. Это вам не рад. Тоже здравствуйте. Вот мне тут один подписчик. Да, я думаю, так. Ну, времен человек, думаю. Ну, во всяком случае, он недавно на моем канале. И многие видео не смотрел. Посмотрел, как, знаете, раз, думаю, 2-3 видео. И сделал какой-то вывод. О моем канале. Ну, он написал такую фразу, примерно звучит так. Как образованный, типа умный человек может рассуждать о каких-то рептилоидах. Я говорю, он про образование, что я думаю, он не читал, не видел и про рептилоидов. Повторяю, для вот таких вот приходящих гостей тут и вот так вот канала. Говорю о рептилоидах. И об инопланетянах, потому что их оскорблять, унижать, позорить, чмырить законодательство не запрещает. Можно говорить, инопланетяне придурки, круглые идиоты. Кстати, русских тоже можно оскорблять, да. Но других оскорблять нельзя, поэтому, чтобы не нарушать законодательство, чтоб меня не забанили по российским законам, по законам США, по мировым законам. Я говорю об иноземных существах. Хотя нет дыма без огня, родные. Поэтому я говорю рептилоиды. Я же не могу больше поговорить. Вот он. Вот. Физическое существо. Второе. Мне там пишут, читай внимательно, дед, книги. Там же вот так написано. Уважаемый написатель комментария. Но тут же, рады мои, можно не только же читать внимательно, нужно же башкой думать. Вот, допустим, повторяю, по первой же причине, которую только что объяснил против пилотов, я не могу некоторые вещи называть своими именами. Поэтому я вот недавно, ну как недавно, 2 года назад, больше 2 лет назад, примерно так, выпустил видео, называется «Страшные слова». Это сарказм, родные мои. Это видеоудивление. Видео показывает, какой придурок, какой идиот нами правит. Понимаете, миллиарды людей, миллиарды, не повысил слово, миллиарды людей считает, что он мудрец. Миллиарды людей уповают на его мудрость, на его сознание, на его разум. И в самом начале книги прям сказано, что он ничего не понимает. Даже нормальный человек таких бы вопросов не задавал. Понимаете? Потому что элементарно все тут. Там спрашивать даже не надо. Там удивляться не надо. Как просто сразу же придет, ах, вы что сделали? Вот так надо. Он же якобы мудрец. А что? А где? А когда? Они уже... Понимаете? Вот эта ссылочка под видео. Зайдите туда. Посмотрите. И это... сказано в самом начале. И все книги на эту тему про него. Все, зайдите по ссылочке в описании. Страшные слова. Ставьте нравлики, не нравлики. Пишите отзывы. Повторяю, я просто это, чтоб не забанили. Это у меня многие видео с юмором. Читайте между строк. До свидания, родные мои.